Всем привет! Вы на канале Моторика. Как известно, езда на мотоцикле довольно опасная вещь, поэтому настоящие профессионалы индустрии, мотогонщики, любители трек-дней используют, как правило, полноценные кожаные комбинезоны из толстой кожи с металлическими накладками и так далее. А любители, городские мотоциклисты все чаще отдают предпочтение casual одежде. Например, что? Легкие куртки и джинсы. Джинсы – это действительно настоящий фаворит среди casual одежды у мотоциклистов. И бытует мнение, что мото-джинсы не настолько сильно отличаются от обычных джинсов, обычных, которые вы покупаете в магазине, на рынке, донашиваете за кем-то. Но это не совсем так, а точнее совсем не так. Дело в том, что более 50% травм, получаемых мотоциклистами во время падения, приходится на ноги. Поэтому ездить в обычных джинсах как минимум опасно. И сейчас мы расскажем вам почему. Так в чем же отличие обычных джинс из магазина и мото-джинс, мы попробуем разобраться на примере джинсов от компании Promo Jeans. Итальянская компания Promo Jeans является одним из признанных лидеров индустрии. И дело здесь заключается в точной инженерной разработке, в проектировании и в качественных материалах. Вот, например, достаточно сказать, что любая из моделей Promo Jeans проходит по сертификату номер EN135951 второго уровня. Для того, чтобы пройти данный сертификат, джинсы на 7,5 секунд помещаются под абразивную ленту, которая движется со скоростью 30 км в час. И джинсы должны выдержать эту нагрузку. Эти джинсы выдерживают. Таким результатом не могут похвастаться некоторые из производителей мото-джинс. Своими успехами на ниве проектирования и производства мото-джинс компания Promo Jeans в немалой степени обязана материалу Творон. Парарамид заслуженно пользуется репутацией приоритетного материала для промышленных предприятий, стремящихся к производству более прочных, легких и устойчивых к внешним воздействиям изделий. Уникальное сочетание высоких механических свойств, химической устойчивости, превосходной износостойкости и термостойкости помогает Творону превращать обычные изделия в выдающиеся продукты. Стоит отметить, что в производстве джинсов используется баллистический Творон, который нередко применяют при производстве бронежилетов. Поэтому здесь можно отметить стойкость к стиранию и разрыв просто на феноменальном уровне. Сейчас конкретно в моих руках модель Promo Jeans City из винтажной коллекции. При ее производстве используется 13-унцевая джинсовая ткань, а в местах особо критичных при падениях, это бедра и колени, используется вставка из Творона. Она как раз вот желтого цвета, ее отлично видно. Помимо вставок из Творона, в джинсах используются сертифицированные защитные элементы на коленях. Помимо этого, стоит отметить, что благодаря вертикальной липкой ленте, установленной внутри, эти защитные элементы могут в вертикальной плоскости регулироваться, соответственно, подгоняя под конкретного владельца расположение защитного элемента. Кроме того, предусмотрена установка защитных элементов для бедер. Вот они выглядят как небольшие пластинки с обратной стороны липучка, которая просто вставляется внутрь, в ответную липучку прикрепляется и защищает ваши бедра при падении. В остальном же модель City — это классические синие джинсы прямого кроя с пуговицами, 5 карманами и таким приятным подворотом снизу. Ну и теперь самое интересное – цена. Джинсы Promo City стоят 17 990 рублей. Но в компании Моторика постоянно происходят акционные скидки. Поэтому эти джинсы легко можно приобрести с дисконтом 30%. Поэтому следите за социальными сетями, за сайтом Моторика и будьте в курсе. Друзья, подписывайтесь на канал Моторика, пишите в комментариях свой опыт использования мото-джинс, ставьте лайки. До встречи!